Мудрость – это понимание своего бессилия перед глупостью. Власть – это людоед, питающийся налогоплательщиками. Кулакам, землю, капиталистам, заводы, народу, платные туалеты. Если король льстит дворнику, значит, он ему недоплачивает. Когда речь идет о реальности, нет того, что должно быть. Есть то, что есть, и именно такое, какое оно есть прямо сейчас. Самое главное – это гармония в твоей душе, ибо она способна создавать счастье из ничего. Когда вы обнаружите, что все счастье находится внутри вас, вы прекратите желать и нуждаться в других, и жизнь станет очень воодушевленной. Если вы говорите кому-то «да», и при этом чувствуете осадок в душе, значит, это расходится с вашим честным ответом внутри. Всякое достоинство, всякая сила, спокойны, именно потому что уверены в самих себе, они никому не напрашиваются. Но идя своим ровным шагом, не оборачиваются назад, чтобы видеть, кланяются ли им другие. Всякое достоинство, всякая сила, спокойны, именно потому что уверены в самих себе, они никому не напрашиваются. Но идя своим ровным шагом, не оборачиваются назад, чтобы видеть, кланяются ли им другие. Если человек не идет вперед, он автоматически двигается назад, даже если стоит на месте. Внешняя чистота и изящество должны быть выражением внутренней чистоты и красоты. На тысячу обрывающих листьев с дерева зла находится лишь один, рубящий его под корень. Если вас демонстративно не замечают, значит, вами всерьез интересуются. Богаче всего тот человек, чьи радости требуют меньше всего денег. Как трудно забыть то, что совершенно бесполезно помнить. Циник – это человек, который, учуяв запах цветов, озирается в поисках гроба. Для каждой человеческой проблемы имеется красивое и простое решение. И решение это всегда неправильное. Демократия – это теория, согласно которой простые люди знают, чего хотят, и должны получить это без всякого снисхождения. Единственные по-настоящему счастливые люди – это замужние женщины и неженатые мужчины. Можно держаться на одном и том же уровне добра, но никому не удавалось удержаться на одном уровне зла. Сумасшедший человек – это не тот человек, который потерял свой разум. Сумасшедший человек – это тот человек, который потерял все, кроме своего разума.
У всякого нормального человека бывает период, когда он предпочитает вымысел факту, ибо факт – это то, чем он обязан миру, в то время как фантазия – это то, чем мир обязан ему. В морали, как в живописи, главное состоит в том, чтобы в нужном месте провести линию. Стоит повернуться к дьяволу спиной, и увидишь путь к Богу. Самые раскаленные места в аду предназначены для тех, кто во времена великих моральных испытаний хранил нейтралитет. Любовь, забыть которую нет сил, тому из нас, кто истинно любил. Поверь, когда в нас подлых мыслей нет, нам ничего не следует бояться. Зло ближнему, вот где источник бед, оно и сбросит в пропасть, может статься. Единственный человек, который с нами всю жизнь, это мы сами. Будь жив, пока жив. Имейте только веселых друзей. Ворчание тянут тебя вниз. Выкинь несущественные цифры. Это включает в себя возраст, вес и рост. Пусть доктор беспокоится о них. Заставить детей читать – не главное. Дети, которые хотят читать, будут читать. Дети, которые хотят научиться читать, будут учиться читать. Гораздо важнее научить детей сомневаться в прочитанном. Детей следует учить сомневаться во всем подряд. Сомневаться во всем, что они прочитали, во всем, что они слышат. Поистине всегда там, где недостает разумных доводов, их заменяет крик. Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя. Великие труды вознаградятся голодом, и жаждой, и тяготами, и ударами, и уколами, и ругательствами, и великими подлостями. Противник, вскрывающий ваши ошибки, полезнее для вас, чем друг, желающий их скрыть. Нет для любящих сердец уместней кары, чем венец. Когда знатная женщина открыла свое чувство человеку безродному, то верх неприличия продолжать ухаживать за другой. И кто не ценит своего счастья, пусть остается дураком. Любовь подобна придворному, который все поступки, идущие от сердца, прикрывает маской учтивости. Как бы ни был влюблен человек, себя он любит еще сильнее. Любое творчество тяготеет к простоте, к максимально простому способу выражения. Только при наличии собственного взгляда на вещи режиссер становится художником, а кинематограф – искусством. Я никогда не желал себе преклонения. Мне было бы стыдно находиться в роли идола. Я всегда мечтал о том, что буду нужен.
какими будут наши дети. От нас многое зависит. Но и от них самих тоже. Надо, чтобы в них жило стремление к свободе. Это зависит и от нас. Стремление нравиться ставит в зависимость от мнения. Стремление быть любимым от него освобождает. Ничто не напоминает так прошлого, как музыка. Она не только напоминает его, но вызывает его, и подобно теням тех, кто дорог нам, оно появляется, окутанное таинственной и меланхолической дымкой. Достоинство рода человеческого важнее, чем его счастье, и еще важнее, чем его прирост, увеличивать число рождений, не улучшая участи, только готовить более пышное пиршество для смерти. В любви у нас есть желание, страсть, потребность, но не власть. Мне, кроме мужа и детей, нужно еще что-то такое, чему можно посвятить себя целиком. Хочу жить и после смерти. Если хочешь выйти замуж или влюбиться по-настоящему, поторапливайся. Потом тебе никто не понравится. Вижу, что мир постепенно все больше и больше превращается в пустыню. Слышу все ближе раскаты грозы, которая может убить и нас. Чувствую страдания миллионов людей, и все-таки, когда я смотрю на небо, я думаю, что все обернется к лучшему, что и этой жестокости должен прийти конец, и снова мир и покой воцарятся на земле. И хотя вокруг совершается столько героических подвигов, и на войне, и в тылу, мы вечно будем помнить самоотверженную жертву наших друзей. Тут каждодневные доказательства их дружбы, их любви –